Трудная подготовка украинских учебных заведений к новому учебному году и коммунальных объектов к отопительному сезону. Это результат сформулированной президентом Украины новой концепции региональной политики. Самая главная проблема регионов каждый год, каждый квартал – поиск денег для текущих работ и новых проектов. Решению этих вопросов будет способствовать Фонд регионального развития. После избрания Виктора Януковича президентом при Минздраве был создан инженерно-технический центр, который теперь заботится об объектах инфраструктуры. Так, например, в 2013 году делали искусственное дыхание корпусам Киевского медуниверситета. Были відремонтовані навчальні корпуси та гуртожитки для студентів. На цих об'єктах були проведені загальнобудівельні роботи, оздоблювальні роботи. Для того, це було для покращення умов проживання студентів та їхнього навчання. А Мінобразування к 1 сентября получила помощь. Президент Украины Виктор Федорович Янукович поставил одной из задач перед властью – это создать комфортные условия для работы учителя. Школа номер 256 получила деньги впервые не на что-то одно – крышу или туалеты. Спортивный зал заменили вікна, нові тепер теплі відповідно, дальше батареї опалення и плюс водовідведення и водопостачання. Текущий ремонт проведен на 100%, капитальный ремонт на 98%. Ремонт, капитальный ремонт и даже реконструкция – не самые позитивные примеры. Эта новая школа была построена всего за 2 года. Это абсолютно полностью государственное строительство. Это бюджет города. И на последних этапах строительства школы была помощь кабинета министра. Госфонд регионального развития должен заработать на полную мощность в 2014 году. По словам президента, таким образом нынешняя власть поставит наконец точку в вопросе финансирования региональных проектов.